Приветствую всех на моем канале. Сегодня выбрался на рыбалку, на флажки выставил, выставлял, только что вижу сработка, иду посмотреть, что тут у нас будет. Раньше ходил сюда раза три, попадались штуки уже. Посмотрим, что сегодня. Сейчас проверим. Ай, бросила, наверное. Что-то не понравилось. Опа. Сука, живца украла. Что это за живцом? Интересно. Вроде хорошо насаживала. Сняла. На этой лунке вот что сработало, постоянно хорошие ловились, такие за 2 килограмма. Ну, к сожалению, живец украден наш. Думаю, если сильно не покололась она, аккуратно сняла, то все-таки повторно клюнет. Бывало такое. После так бросала, еще не раз клевала. У нас сегодня 20 декабря 2018 года. Вот мои живцы. Сейчас возьму живца, пойду опять насажу. Может, что и словится. Ну, сейчас только 11 часов дня. Если в такое время была поклевка, то, думаю, будет клевать. Щука. Обычно, если клёва нету, то совсем не клюет ничего. Даже за день сработка 2 могут быть, то холостые. Как вот сейчас. Стоят вот такие флажки у меня тут. Снизу я слой. Это как так называется? Пеноплекс, кажется. Сделал основу под флажок с пеноплекса. Даже под сильный мороз не замерзая, лунка особо такой вот толщины боечка. Основа накрывается лункой. Да, нормально, не сильно так промерзая. Ну, сейчас на улице всего минус 6, но ветер, сырая погода такая, местность у нас холодная, руки мерзнут, так что покуда я отключаюсь, если что клюнет, покажу вам. Только что вот была сработочка, видно, сука крутит, сейчас мы ее будем ловить. Засекли вроде бы. Что-то есть. Покуда включил фотик, это основное. Как разматывало, пропустили. Где его поставить удобнее?
Ну, потащили обратно. Сейчас остановлю немного. О, лед. Все, будем выматывать. Вернее, вытаскивать штуку. Это уже у нас вторая поклевка сегодня. Штучка небольшая. Вот. Первая штука сегодня. А грамм на 700 будет. 30 сантиметров есть, даже и 40, наверное. Питерная земля штука. Первая сегодня. Конечно, не крупная, но и не мелкая. Также была сработка там на крайнем самом. Можно было подумать, что это сработка, но... Так раз я повернул голову, лежу, птичка слетела с флажка, и он поднялся вместе от птички, сработал. Прижало его потом резко, спорхнуло, то он сработал. Если бы не заметил, можно было подумать, что и поклевка была. Вот уже сегодня у нас одна рыбина есть, неплохо. Уже результат. Возьму я. Ой! Так, пассатижи зяпник, ну и сразу же вся с бочки небольшого. Ай, пробовал ловить на большие живцы, то такие штуки так выплевывают. Вот того крупные два живца есть, там на мелкого ловить, мелкого неплохо так заглатывает. Так, положу я его в пакетик вот. И в карман, чтобы не замерз. Ой, ой, скользко возле берега. Была вода, поднялась, да, упала, так лед позамерзал. Вчера-то снег был небольшой таки. Так вчера я не ездил. Вернее, позавчера был снег, вчера-то некогда мне было на рыбу ехать. А вот сегодня я ветерок таки холодный. Ну там вдали вон видно, рыбаки троху сидят, тоже на флешки поставили. А туда не хожу. Тут угол небольшой, так. Разбега такого особо нема, чтоб бегать. Это вот у нас новая дорога идет. Главное пальцы упасть не за зимой. Эй, ёлки-палки. Одной рукой. Руки подмерзли на ветру. Видно, внутри крючок немного засекся. Наверное, если бы не подсек, так вырвалась бы эта штучка. Были у меня круглогубцы. Лежали в лодке, то кто-то украл. Забыл с лодки. О, все, штучку сняли. Красавица наша. Будем ставить живца. Так, ждем следующих поклевок. Вот, опять сработал у нас флажок. Впереди была сработка также тут вот у нас. Да, поспешил я.
тут вот сработка. Не видно, что было. Тишина. Наверное, мелочь какая-то. А я леску раскинула так. На улице всего, наверное, минус 4 часа глядел в машине. А руки все равно мерзли. Это ветер холодный. Да, ничего нет. А нет, что-то там вроде. Оп, чуть подсеку. Есть штучка, я думал, не ма. Я тут не буду спешить вытаскивать. Потихоньку вымотает. Была вот поклевка, когда поспешил, сошла. Вот не намотая. Жестко. Буду потиху. Мутяси. Это не крупная. Выкинула наша. Она бывает. Что вроде ничего и нет. Она мелкая просто. А для зимы нормально. Это уже у нас получается. Ой, пятая поклевка за день. Вроде живет. Шевели эту троху. Сейчас по-быстрому. Это сниму и это поставлю, чтобы живец не замерз. Положу вон лунку его. Вот перед этой поклевкой была вот здесь рядом у нас, на этом флажке. Вот. Не на том, на ближнем. Ближе что. А не, на том была поклевка. Довольно так неплохо мотала, но наверное или поспешил подсекать ее, или руками просто вытаскивал то, что аппарат в руке держал. Но она сошла. Ну, судя по тому, как я засекал по весу, была такая за килограмм по-любому. То, что а даже и не слышно было, как тянул. А тут засекал, так нормально было вроде бы. Ну ничего. Сегодня уже не без рыбы. Пару штук заели. Так что особо переживать не будем. Будем ловить дальше. Вот и все. Будем на этом рыбалку заканчивать. Сегодня поймал две штучки. Пошел, вот завел машину. Думал, не заведу, так как аккумулятор уже дохлый, то мороза боится даже 5 градусного. Тачик заглушенная чуть больше. И уже ну что не заведусь. Ну, слава богу, завелся. Сейчас пособираем наши флажки. Больше уже часа поклевок не было. Так что будем собираться уже. Полчетвертого вечера. Скоро темнеть будет. Так как зима. Будем собираться. Посмотрим завтра, если заведут с утра, то езжу на рыбалку. Не, так нет. Скорее всего, заберу аккумулятор в хату, да. Брошу его на зарядку. Там дома от зарядки зарядится нормально. Так на день хватит, думаю, чтобы на рыбу съездить. Передавали морозы до 20 на эти дни. Глянем, будет, не будет. Ну,
с утра было более-менее нормально, сейчас вечерок такой подувает, так холодно, видно, и рыба того не клюет. Ладно, сбор я снимать не буду, так как смысла не имею. Сейчас, ой, лежит наша рыба, тут покажу. О, одна штука поехала и вторая. За день две штуки. Первая уже померла. А это что, вторая еще живая. Они большие. Это где грамм? Где-то 600. Этому полкилограмма. Ну, были бы большие, так, может быть, и не брал бы. Малых таких. Ну, так как другой рыбы нема, так приходится хоть что до дому повезти. Так, ладно, на поджарку поймали. Сработок уже больше часа не было. Так что будем собираться до дому. Машина заведена стоит. Вдали видно центр кадра. Покуда прогревается. Сейчас по-быстрому все соберу. И поедем греться в хату. То, что подмерзлась на льду. Кому было интересно, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Думаю, в этом году еще буду снимать. На рыбалку ездить зимой. Всем удачи, до свидания.